Доброго времени суток. Записываем ролик «Инструкция для членов потребительского общества «Мастера жизни». Первый из вариантов – как оплачивать ваши платежи в одной из компаний сетевого маркетинга. В данном случае это компания «Faberlic». Вот. Чтобы сделать там заказ, заходим в раздел «Коммуналка». Компания известная, на рынке давно, поэтому, естественно, она сотрудничает с Приват24. Заходим в оплату косметической продукции. Здесь выбираем компанию Faberlic. Далее. Нам выскакивает окошко номер консультанта. То есть, если кто-то из вас сам является консультантом, вы можете оплачивать так. Хотя я знаю, что консультанты имеют возможность из своего личного кабинета, из сайта Faberlic оплачивать свои. А нам, как клиентам, те, кто пользуется прекрасной продукцией компании Faberlic, есть возможность со своей корпоративной картой оплачивать свои заказы вот таким вот способом. Значит, сюда вводим номер консультанта, которого мы обслуживаемся. Далее. Вот, выскакивает наш консультант. Это моя коллега. Я с удовольствием пользуюсь ее услугами и заказываю через нее отличную продукцию компании Faberlic. Вводим сумму нашего заказа. Добавить в корзину. Ваш платеж успешно добавлен. Переходим в корзину. Видите, ничего сложного. Все быстро, все четко. И подтверждаем оплату нашего заказа. Ага, выбрать карту. Выбираем карту. И подтвердить заказ. Все, платеж был отправлен. Для подтверждения пароль смс не нужен. Все, сейчас я отзвонюсь к Татьяне Лобзиной, подтвержу свой платеж, она увидит поступившую сумму у себя в личном кабинете, и я жду свою продукцию заказанную. Вот таким вот способом, так сказать, целевой такой оплатой с наших корпоративных карт можно тратить наши средства. Всего хорошего, пользуйтесь нашими услугами. До встречи. Новые ролики ждите дальше.